в этом году расчехлили и этот дом на первые этажи. Запечатлю на память. Весна 2015. Ну и чуть-чуть прокатимся, еще 38-й дом зацепим. Ой-ой-ой. Здесь вот уже продуктовый магазин. Ты что нам говорил? Вот здесь совершенно новые лавочки кондитера. А где-то недавно была вывеска памятники. А вот она, все верно. Ну вот, 38-й дом уже давно расколбашен. И вот здесь еще лавочка. Опять же продукты. Все, вот так, вот такая у нас история коммерческих помещений в этих двух домах. До новых встреч!